Доброе утро, товарищи. Опа. Лежаки у нас тут сделали четкие. Давайте, что вы, разъехаться не можете уже. Едем, значит, ставить топограф. О, блин. Со второй не тронемся, да? Ой, со второй, с третьей. Вечно путаю скорости. Газон, значит. Next. Поехали, блин, сейчас топограф поставим и... И чё, да поедем на стоянку, сегодня у нас... Нам надо домашний переезд сегодня сразить. Не знаю, на Мерсе поедем или на этом, но Мерса там надо, я нашел почему. Вчера мы катались уже на нем. Мерс у нас, значит, в строю, не знаю, надолго или нет. Мерс надо помыть. Наверное. Короче, дел, как всегда, кучма. Полетели. Двигаться. У нас тут в апрелевке прям. Блин, надо скорость переключить. Автомат. Не автомат же у нас. Посмотрим сейчас. Сколько стоит поставить тахограф? Тачка же неделю. Особо не... Она сделала один рейс за неделю. Пробег такой у него, прям... Маленький-маленький будет, существует. Сколько сейчас? А, 1000 километров накатали, нифига себе. Двигаемся. А, покажу сейчас вам. Вчера водитель зацепил, короче, жопу. Сейчас подкрасимся, чтобы не сгнило. Ой, господа, оставил, короче, тачку там. В этом, в общем, на тахографе поставили, теперь рейс тахограф. В законе можно отправлять в рейсе. 43 тысячи рублей сейчас стоит, значит, тахограф. Погнали? Да? Погнали с вами. Ух ты, погнали с вами переезд домашний вести. С апрелевки, ё-моё, дядька напугал. С апрелевки. В этот. Куда? Куда-то. Как нам проехать-то? Ёп-макарёк. Фига тут морда. Короче, давай, задняя. Я забыла, что морда такая длинная. Раз. Как нам проехать на ту сторону? Поедем по большой дороге. Непривычно еще мне. Морда торчит. Мать. Испробуем. Тачамбо. Блин, кондей рулит. Вот чё-чё, а кондиционер тема. Слушайте, почему так вот дизель у них этот тарахтит? Очень сильно тарахтит. И пищит. Блин, хватит. Так. Пролетаем. Блин, сейчас будем мучиться, короче. В плане мучиться. Блин, там такой двор поганейший. Как бы там проехать нам задом. На такой здоровой машине. Трехкомнатная квартира будет приезжать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот наш дом. Где нам надо выгрузиться? Ой, загрузиться. Жопой со стороны магнита, да, говорит? Да. Я всегда выберу самое гав... Не очень рейс. Вот смотрите, уже... А, нет, это не заезд, во двор. Вот, мы сейчас вот здесь и будем поворачивать направо. Наверх, да. Да? Давай. Какую она Мазду говорила?
Или там Мазду надо убрать, наверное. Пока Мазду не вижу. А, ну вот, медицинский центр, он говорит, задом. Ой, здесь место тоже есть. Вот туда, типа, нам надо. Сейчас, ладно, будут работать профессионалы. Нужно две руки. Короче, из подъезда, ой, со двора выезд один. Чувствую, весело нам будет. Как нас будут гонять тут туда-сюда. Сейчас выйдем, покажу. Най-най. Да? Апрелевская опять. Движухи. Он второй раз уже едет. Вообще шикарно устроился. Просто приехал работать по Апрелевке. Я прям бы никуда и не ездил. Четко. Чечетко. На районе. Оставка как. Ух ты, бах, там что-то упало. Ставка, как будто в Тверь съездит. Дикси, Дикси. Сейчас возьмем попить. Пойдем поможем. Мадам попросила. Так, господа, я говорил же надо. Вот вчера выгружали эти, что там он возил, подъемники. Смотри, поцарапаны. Надо свою хромяшку купить. Не знаю, с него рынка будем ехать, может заехать взять. Короче, вот так вот. Трейн. Приезды — нормальная тема. Я договорился еще на один день. Тирин. Говорю, что мы будем полную грузить его? Я говорю, новый, на нем нельзя много возить. Все. Вот стол остался. И там матрас сейчас спустил. Я попросил, говорю, давай сюда зайдем. Чтобы если еще раз, чтобы я на Мерси уже вывез. Потому что надо газон отправлять куда-нибудь подальше. Надо еще вот сделать, оторвалось, смотрите, на загрузку. Что-то домой приедем. На газели, кстати, тоже у нас какая фигня. Ее надо обрезать, нормально затягивать, крючок делать. Ты растентовывать крышу. Кстати, здесь вот пневмо с пультиком сейчас. Оп, вальтон низкий. Удобненько. Чтоб гидроборд, конечно, да. Но 300 гидроборд стоит. Так, у нас, значит, в этом, как он называется? Ё-моё, в экипаже. В экипаже у нас пополнение. Как? Расскажите ваши ощущения, сэр. Нормальные. Нормальные? Полинка не захотела что-то, хотя место ей было. Что нам тут часик, блин, туда доехать? Макс, мы на ферму едем. Маленькую ферму, там дом. В доме маленькая ферма. Нам дадут сейчас молока. Настоящего коров посмотрим. Кого и козочки, да, там. Все, тест-драйв часовой. Да-да-да-да-да. Нет, трясет его конфета. Так, господа, у нас потеря бойца. Короче, экипаж не в полном составе. Приезжаем с вами в Калужскую область. Не шумим. Как Калужская область? Какой нафиг Калужская область? Мы только заезжаем. Сейчас у нас налево, слева будет выгрузка. Та-дам. Все, сейчас скидываем. Будем Макса, молочка, козочек посмотрим. И обратненько домой двигаться. Блин, его бы в спалку. Но он посмотрит потом в спалку, я ему покажу. Мне кажется, обрадуется. Она такая здоровая там. Где-то мы встречали там Мерседес. Офигеть, это детская площадка. Максоня проспался. Сменщик, принимай смену. Пойдем сейчас выгружать. Будешь сейчас опускать, поднимать машину. Дремота, скажи. Я пить хочу, блин, хочу пить. Просто сейчас попьем с тобой молочка. Холодненько, наверное. Что-то мы не заезжаем. Нифига нет.
смотри. Ромочка. Ромочка, это да. Ромочка. Это эти самые его девочки и ой, вот эти хороший. Вот барашки. Да. Серьезный пацан. Да, Рома, да, он такой нежный, он такой ласковый. Он прям обалдеет. Смотри, да. Смотри. Гладь. Буренка. Нет, это Мурзик. А, это Мурзик? Это телятина бегает. Mm. Телятина. Скоро. А это козочки наши. Смотри, смотри. Макс, погладь, скажи меня. Сам подошел. Он будет стоять и это. А вот наши козочки. Иди тоже погладь. Козочки тоже хотят гладить. Они все ласковые. Все ласковые. Это, да, ой, наша Снежка. Снежка, это Жулька ласковая наша. А ты что там одна стоишь? Ну, вот маленький вообще, вот. Да? Да, они еще девчонки. И курочки здесь, да, курочки у них. Здесь. Смотри. Привет, скры. Я... Ова! Смотри, смотри. У них нету вот таких. Рожек? У кого-то есть, а у кого-то нет. Кто-то камолый. Какой цвет у тебя? Это альпийка. Это альпийская девка. Вообще. Да, она рыжая, да. Классно. Вот это занинская, они всегда дрыщи такие. Это вот наша русская коза. А-а-а. Самая удойная причем. А это Мурзик. А это Мурзик Ромочка. Будет... Ромочка. И Мурзик там стоит, трясется. Мурзик, он вообще такой ласковый. Да? Эй! Видишь, наш Мурзик. Что это вы тут делаете? А вон там они почему загорожены? А там козлы, и вон, видишь, ненаука. Да, это пакистанская, Камори. Прикольно. А они с козлами гуляют, короче. Дойных мы пока не это самое. А ему, Ромочка, все. Дойных мы пока не сводим, сейчас будем сводить, а они там гуляют с козлами. Классно. Ку-ка-ку! Да. Ох, нифига ты, прям как это. А, мы сейчас пойдем за молоком, да? Пойдем наберем молока, нам сейчас дадут. Ты вообще спишь, да? Сменщик, тебе пора работать. Сейчас пойдем туда собак смотреть. Что у нас тут уже выгрузили? Почти. Максим, ходим, какашки обходим, да? Сынуль. Ну что, все обошли? Да. Вот нет, мы этих свинок, ой, как вот, Макс, хрюшек. Хрюшек. Они убегают от нас. Конечно, они. Это пиги. Да, пиги. Эй, пиги. Да слушай, ну ты... Снимай, слушай, палец, ты что? А вон маленький, смотри там. Блин, Полина реально все пропустила. Все, а сейчас... Блин, просто шикарно. Тепло, хорошо. Че вот больше надо, да? Смотрите, какой дом. Просто идеально. Территория огромная. Да и начинали с 14, по-моему, соток. Там в начале. Блин, просто класс. Свежий воздух, да, Максан? Ветерочек, аж приятно, дождик. Ой. Домой поедем. Хорош на сегодня. А завтра надо что? Завтра точно что-нибудь придумаем.